Одна из самых ярких достопримечательностей Хайфы, крупного израильского города и морского порта, расположившегося на склонах горы Кармель, великолепный храм Бахаи и его сады, террасами спускающиеся к морю. Грандиозные и величавые висячие сады в Хайфе по праву заслуживают звания восьмого чуда света. Усыпальница Баба, основателя веры Бахаи, наряду с садами, одна из главных святынь веры Бахаи, одной из самых молодых мировых религий, проповедующей единство Бога, религии и единство всего человечества. Подобно главным постулатам веры, комплекс в Хайфе подчеркивает единство между культурами и религиями. В полном соответствии со своей доктриной, сады в Хайфе, спроектированные и построенные в период между 1987-2001 годами, наполнены значимыми для этой религии символами. 18 террас, словно волнами расходящиеся от главного храма по склонам горы Кармель, символизируют 18 первых учеников Баба. Вместе с еще одной террасой, где расположена сама усыпальница, они в итоге составляют число 19, значимое для бахаев. Террасы являются частью 9 концентрических окружностей, центр которых – храм Баба. Идеально ровная центральная аллея поднимается по склону горы от Средиземного моря к храму. Считается, что этой дорогой однажды пройдут лидеры всех государств и религий, дабы объединиться и жить в мире. Не случайно дорогу эту называют «Путь королей». Усаженные диковинными цветами, идеально подстриженные террасы, вытянувшиеся почти на километр, связаны друг с другом многочисленными лестницами, мостками и двумя параллельными каскадами воды, льющимися вниз по склону. На многочисленных посетителей бахайских садов увиденная картина красоты и всеобщей гармонии производит неизгладимое впечатление. Еще более великолепное зрелище сады представляют в вечернее время, когда зажигаются бесчисленные огни подсветки, превращающие это дивное место в настоящий сверкающий бриллиант. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки.